Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 89, упражнение номер 7. Определи, как зовут каждого мальчика-рыбака, если удочка у Саши длиннее, чем у Димы, но короче, чем у Толи. Если у нас удочка у Саши длиннее, чем у Димы, но короче, чем у Толи, то самая длинная удочка у Толи, затем у Саши, а затем у Димы. Следовательно, первый мальчика зовут Толя, второго Саша и третьего Дима. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.